Выставка «Путь к победе» – уникальная возможность познакомиться с историей Великой Отечественной войны посредством артефактов того времени, писем, наград, плакатов и предметов быта. Это культурно-образовательный проект, называется он «От Москвы до Бреста». И он посвящен самой, наверное, важной, одной из самых важнейших дат, которые, юбилейных дат, которые мы отмечаем, от которого мы зависели, и о котором мы помним, это 80 лет освобождения нашей Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вот, поэтому возникла такая идея создать проект, который состоял бы из нескольких частей, и где речь шла бы и в качестве популяризации и рассказа для широкого круга посетителей, а не только историков, которые знают это более глубоко, рассказать о том, какие самые важные, самые серьезные, самые главные сражения и битвы происходили во время войны. Открыл вернисаж директор музея Алексей Митюков. Сегодня мы открываем очень значимый и для нас, как для музейщиков, и, я думаю, для гостей нашего музея проект, который посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков от Москвы до Бреста. Этот проект, он рассчитан на целый год. Он будет состоять из нескольких отдельных мероприятий, которые будут включать в себя как выставочные проекты, так и культурно-образовательные мероприятия в рамках этого проекта. И каждое из этих мероприятий будет рассказывать о той или иной битве Великой Отечественной войны, которая шаг за шагом приближала нас к победе. В экспозиции представлено более 40 предметов и материалов из фонда Краеведческого музея, которые повествуют о том, как готовились планы сражений, показаны схемы битв, соотношение сил и хроники событий, а также агитационные плакаты тех далеких лет. Участниками битвы под Москвой были уроженцы и жители Брещины, благодаря которым в музее появились уникальные экспонаты. Всего в фонде Краеведческого музея хранится более 100 уникальных экспонатов, посвященных этому сражению. Я думаю, что нужно привлекать молодежь. У нас вот на этой выставке тоже была молодежь. И как бы нужно, чтобы они тоже знали, как проходила война, что это вообще такое было. Вот, я думаю, что это в целом очень важно. Я лично никакого участия здесь не принимала. То есть я такой же зритель, как и многие другие. И вот сама впервые познакомилась с этой выставкой. Безусловно, это интересно. У нас вообще, в принципе, очень большие фонды. То есть у нас более 200 тысяч предметов. Вот, и, конечно, вот много предметов и касается темы войны. И, как мы поняли, даже защитников, которые уроженцы нашей области. Первый этап проекта – выставка «Путь к победе» продлится до 21 апреля. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.